先是忍，这往后有一堆军事战争，Ну вот, Юрий Венедиктович, большое дело сделал. Может, отдохнешь, расслабишься. Ты что думаешь, если у России на 10 тысяч гектаров земли меньше стало, я сейчас меньше о ней думать буду? Ведь каждое слово твое словно слиток золота высочайшей пробы, Юрий Венедиктович, но все равно не бережешь ты себя, отдохнуть тебе надо. Тянуть эту лямку нам и дать всю жизнь. Освобождать народ.